Дорожный шантаж. Поселковые власти, асфальтируя весь поселок, оставили без дороги единственную бабушку-ветерана за то, что она не заплатила. Денег просили. Денег дала 10 тысяч. Просили. На дорогу. А я сказала, где я вам нужна. Вы как-то извращаете это все, вы понимаете? Вот, понимаете, что это? Просто извращение, да. Как подкупили, да. Видите, извращение у вас идет, какое-то вот это самомнение. Подробнее об этой истории сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.